Здравствуйте, в студии Ленара Строчкова. Спонсор прогноза погоды – магазин «Еврочехол. Чехлы для мягкой мебели». Вот и наступают первые летние праздничные выходные. Летняя погода достаточно неустойчивая на территории нашей области. Для этого времени характерны то дожди, ливневые, шквалистые ветры, то жаркая погода. Дневная температура ожидается в районе плюс 26-28 градусов, ночная 13-16. В воскресенье местами пройдет кратковременный дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, северо-восточный, 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 714 миллиметров ртутного столба. В День защиты детей на 5 площадках в городе, у Дома дружбы, в Центральном парке культуры и отдыха, у ДК Нового Майкудука, ДК железнодорожников и молодежный пройдет фестиваль детских центров развития. В нем примут участие более 40 дошкольных организаций и спортивных клубов. Гостям мероприятия расскажут о том, как и где можно организовать детский досуг летом, какие кружки и секции работают в Караганде и в какие загородные и пришкольные лагеря можно отправить ребенка. В фестивале также примут участие сотрудники ЧС. Они объявят старт акции «Безопасное лето-2019». Расскажут родителям и педагогам о том, каким должен быть безопасный детский отдых у водоемов, в лесах и в городе. Начало мероприятия в 10:00. Вернемся к погоде. На следующей неделе дожди продолжатся, нас ждет переменчивая погода. Она совместит в себе грозы, жару и порывистый ветер. Температура при этом составит плюс 25-28 градусов. В четверг и пятницу понижение температуры плюс 14-18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 8-16 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 11-13 метров в секунду. При грозе порывистый, так что берегите зонты. Атмосферное давление в пределах нормы 713 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы магазин «Еврочехол» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Оставайтесь с нами на Пятом. Совсем недавно в Караганде открылся фирменный магазин итальянских чехлов для мягкой мебели «Еврочехол». Благодаря двойной растяжимости и технологии «Биэластико» чехол идеально садится на любую мебель. Хотите обновить интерьер за одну минуту? Приходите в магазин «Еврочехол». Проспект Бухаржрау, 75. Магазин «Диона».